Привет, народ Ютуба. Сегодня у нас на распаковке аудио и видео кабель. $1 оценили почти даром. Сейчас мы на него глянем и оценим, полезна ли это для нас вещь. А это у нас, так, где ты раскрываешься? Походу нигде он не раскрывается, его запечатали раз и навсегда. Нам нужно его расковырять. Длина кабеля, по-моему, 1 метр. Это у нас HDMI. Да, вот он видно. А с этой стороны у нас micro HDMI. Зачем мне это надо? Надо мне это для того, чтобы подключить и наблюдать с экшн-камерой. Ну, вы скажете, этот аппарат поддерживает Wi-Fi, да, и вы будете правы. Ну, не всегда хочется через Wi-Fi подключать, тем более телевизор не подключается через Wi-Fi. Хотя там есть у меня смарт-приставка, но все равно как-то в ломы это все делать, и тем более качество и скорость совершенно не та. Вот, поэтому мы сейчас и проверим. Вот она. Подключается. Да, оно не глубоко заходит. Ну, как-то так. Щелочка остается. Расстояние. Сейчас подключим к телевизору и посмотрим, как это все наблюдается. Так, подключил. Тут экран не светится уже. Ну, зато все это проецируется на телевизоре. В принципе, особо ничего не увидите. Ну, как бы то ни было, показания все выводятся на него. Снизу число, там время. Ну, все это немножко не соответствует, потому что не настроено. Сверху еще другие данные и так далее. Да, вот так как-то так. Это я уже в окно наблюдаю. Все на этом, в принципе, буду заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Пишем комментарии, ставим лайки. Ну и до новых встреч. Всем удачи, всем пока.